Как я сказал, им выдвинули ультиматум. Самолеты находятся в боевой готовности, чтобы нанести удар по всем позициям сербской армии. Сегодня 11 июля 95 года. Мы в сербской Сребренице. Мы дарим этот город сербскому народу. Граждане, база заполнена. Мы больше никого не можем принять. Нермин, ты видел моих? Тарик, ты не видел моих? 7, 6, 5! Никто не должен умирать. Ни ваши мужья, ни ваши братья, ни ваши соседи. Где твоя форма? Мы гражданские. А с кем мы тогда воевали все 4 года, вы ублюдки? С кем? Все гражданские. Если хотите остаться в живых, то все ваши вооруженные люди должны сдать оружие сербской армии. Это переживем. Не паникуйте и пропустите детей и женщин. Он давно придумал свой план. Мы договорились, что людей эвакуируют в безопасное место. Нам приказано не злить сербов. Какой смысл в ультиматуме, если мы бездействуем? Веси, можешь вывести моих сыновей из базы? Но сербы убьют их, если найдут. И меня заодно. Полковник Карриманс. Они убивают людей на улице. Какая разница, от чьих рук мы умрем, сербов или ваших?